Жанровая скульптура. Девушка на коне. Находится на микрорайоне Восток-1, вот сзади этой жанровой скульптуры, как раз вот дом, где находится рынок Гасыр, и он относится к микрорайону Восток-1, да? Микрорайон Восток-1 примыкает к улице Карла Маркса, и вот получается сама жанровая скульптура мне весьма нравится. Я считаю ее романтичной. Девушка сидит на спине коня, правым плечом в сторону головы, левым плечом в сторону хвоста. Конь опустил голову вниз, либо воду пьет, либо травку щиплет. Ну, а девушка так задумалась о чем-то. Ножки такие красивые, точенные, свесила на левый бок коня, да, и о чем-то задумалась. Ну, скульптура эта мне весьма нравится. Я считаю ее романтичной. Я считаю эту жанровую скульптуру «Девушка на коне» культурным достоянием города Караганды. Ну, Майкудука, конечно, особенности. И я ее считаю, эту жанровую скульптуру, памятником культуры нашего города.